21 апреля отмечается День местного самоуправления. С профессиональным праздником работников и ветеранов муниципальной службы поздравил глава республики Рашид Тимрезов. Местное самоуправление играет важную роль в укреплении связи между властью и населением, а также в решении актуальных проблем и вопросов в муниципалитетах. На эффективность работы этой системы влияют и депутаты, которые должны слышать мнение людей и защищать их интересы. Только так, совместными усилиями власти и граждан, можно обеспечить процветание людей и развитие страны в целом. Карачаево-Черкесия сегодня демонстрирует хорошую динамику социально-экономического развития. Безусловно, позитивные изменения, которые мы наблюдаем, это из-за в том числе работников органов местного самоуправления. Благодарю вас за ваш добросовестный труд, говорится в поздравлении главы региона.